Здравствуйте, дорогие любители цветов и гости канала. И вот я все никак не могу успокоиться, переставляю горшочки на своей полке. Если вы помните, то сначала тут стояли бугенвилии, потом фиалки, а сейчас я решила переставить ее в не очень освещенное место, ну и поэтому тут будут циндапсусы. И вот этот сорт называется Marble Queen. Его увидела Альбина в магазине. Показалось нам, что он дороговато стоит для сциндапсуса, поэтому мы один горшочек на двоих купили, разделили. Теперь у нас и у нее, и у меня есть такой красивый сорт. Листики у него все разные. И молодые листья, они почти белые. Даже зеленых вкраплений совсем мало. Очень красивый. Я, честно говоря, думала, что у меня такой сорт есть. А оказалось, что это абсолютно другой сорт. Вот он, тот, который был у меня первоначально. Это Marble Apple. Разные, если их сравнивать, то совсем они разные. И форма листа, и размер листа, и расцветка. Вот этот тоже мне очень нравится. Я его этой осенью купила. И сейчас он уже разросся красиво. Вот эта полочка на 5 горшочков, поэтому тут еще будут циндапсусы. Сейчас их тоже вам покажу. Вот такой циндапсус расписной. Это тоже подарок Альбины. Я говорю об Альбине, канал «Цветочки у Альбины». Мы живем недалеко друг от друга и общаемся. И вообще на циндапсусы новыми глазами я как раз и посмотрела после того, как Альбина начала показывать свои любимые декоративно-листные растения, и среди них циндапсусы. Ну и вот этот расписной теперь мой любимчик. Еще с крупными листьями есть, и он тоже приехал ко мне от Альбины. Это третий горшочек. Сами горшочки я вам тоже показывала. Я их как-то по случаю купила в цветочном центре в Краснодаре. Ну и они не желтые, а такие зеленовато-желтые. Это при вечернем освещении кажутся желтыми. Это был третий горшочек, четвертый горшочек. Вот с таким циндапсусом. Это Enjoy. Тут еще маленькие череночки, поэтому листики у них маленькие. Надеюсь, что со временем они станут крупнее. И вот такой сорт. С такими листьями желтыми вкраплениями. И к нему я подсадила еще один Альбинин подарочек. Это циндапсус неон. Он прямо под цвет моего горшочка. Вот теперь готовлю место для полочки. И когда оно будет готово, и я ее туда поставлю, потом уже целиком всю полочку покажу. Ну и раз уж я начала показывать цветочки от Альбины, то вот еще два покажу. Это псевдоэрантемумы. Этот с фиолетовыми такими листьями. И вот такой. Но они оба трехцветные. Темно-зеленый, светло-зеленый и такой желтый на этом сорте. И тут тоже два оттенка зеленого цвета и такой фиолетово-розовый. Оба красивые, нарядные. Особенно красиво смотрятся кусты, если высаживать их в открытый грунт. Поэтому, если все будет хорошо и мы нормально до весны доживем, то потом весной буду показывать вам их в грунте.
Ну и заодно свой такой вот покажу цветочек. Забыла, как он называется. У нас глубокая ночь, и уже пора давно спать, а я тут все вытанцовываю с камерой. Уже мозги уже спят, уже не помню, как называется. Такие листики разноцветные. Вот то, что хотела вам сегодня показать. Вообще, конечно, еще раз говорю, что уже глубокая ночь. И я думаю, что вряд ли кто-то ночью посмотрит видео. Но если кто-то посмотрит, то доброй ночи. А основная масса посетителей наших, гостей, друзей, посмотрят, я надеюсь, днем. И значит, вам хорошего дня. На этом все. Пока. До новых встреч!